Привет, друзья! С вами Аня, и вы на канале Аначи. Сегодня у меня будет большой умный пластилин, который светится в темноте. Я заказала не один умный пластилин, а целых три, для того, чтобы слепить один большой. Давайте открывать нашу посылку. Смотрите, какой большой получился умный пластилин. Его еще называют жвачкой для рук или хэндгам. У него точно такие же свойства, как у магнитного пластилина, только он никак не реагирует на магнит. Если медленно тянуть, он растягивается. А если быстро, смотрите, то он рвется. У этого пластилина есть очень крутое свойство – это светиться в темноте. На него нужно только посветить фонариком. Сейчас это и проверим. В комплекте вместе с ним шел вот такой вот фонарик, с помощью которого можно писать. Этот пластилин оказался очень крутым, и я с ним сделаю парочку экспериментов, но это все будет в следующих выпусках. Ссылку на умный пластилин, где я покупала, а также на группу ВКонтакте «Китай надо» и на меня я оставлю под видео. Друзья, этот выпуск с конкурсом. Если вы хотите получить подарок от меня, то обязательно подпишитесь на канал Анна Чи, поставьте лайк на это видео и оставьте комментарий под ним. Я в каждом выпуске показываю комментарий, который вы мне оставляете, и этот выпуск не исключение. Вот некоторые комменты с выпуска «Расстрел огромного лизуна». Жду ваших новых комментариев и обязательно напишите мне, что можно сделать с этим умным пластилином. А на сегодня все. Спасибо, что смотрите. Не пропускайте новые выпуски. Впереди вас ждут очень крутые видосы. Всем пока!